Новосибирск, я хочу сказать. Сейчас мы проходить квест. И что мне тебе нужно сказать? Или что? МХАТ по мне плачет. Пещерка для гордости или дубования? Место, где каждый может встретить босса в трусишках. Кабинет эпиляции? Нет, или комната персонала? Место, где собирается группа людей для творения. По мнению Натальи, там должно быть всегда секс и воздух. Место обитания сказочных существ с крыльями. Фейку-тику. Для вожака и некоторых членов его группы данное место доставляет визуальный кайф. Отбирала еду. Там всегда холодильник. Ты чего наговариваете? Я не забирала у вас еду. Как раз большой перспективы. Лазер. Заглянув туда однажды, впечатлений хватит всем. Танину работу? Колесница таит в себе ключ к отгадке. Блин, кто это придумал? Я безумно счастлива, у меня самый лучший коллектив, что даже месяц прошел почти после дня рождения, я приезжаю, и девчонка меня поздравит, смотрите, я иду в МХАТ.